Короче, блядь, 12.22, старт рейда, нахуй. Запись пошла, блядь. Столовка топ-лок, нахуй. 100к ДПС дает. Сейчас, блядь, сваншотит нам ребро, блядь. Выпадет ШМ, нахуй. И пиздец. У меня крита не хватает для 100к, нахуй. Ну, у нас есть сова, нахуй, так что будет заявить. Крита тебе даст, сейчас. Вообще, пиздец. Так, все подвисают. Короче, заходим в целку. Подмыхов все спят, да? Так, камень, по-моему, тут не виден. Да, подмыхов хуй забили. Там не подписался никто, нахуй. Попробуй только пидор меня атаковать. А это эрдру. Хуй прет. Три пидора каких-то. Ну, сука, ну какого хуя? Даун ебаный. Ослепление мне кинул, какой-то рога обоссан. Петух. За голосовалку убрали, да, банку на репу? А хуй знает. Так, я зашел в ЦЛК, внимание. Да, убрали. Дам стрим, если что, вдруг кто будет заходить, топы проходят ЦЛК, нахуй. Надо это видеть. Так, я игру перезапускаю. Столовка, ты летишь? Все профы. Да. Давай. Так, в ЦЛК, тут уже нас человек 6. Сейчас кто не достает, засумоним. И начнем. Так, люди, срочная проблема, у меня не отображается рейд полностью, что делать в хилботе? Он сейчас собирает, блядь, 247+. Кто собирает? Петух ебаный, он же не собирался собирать, нахуй. Кто собирает? Девочка снег, ёшка. А, девочка. Ты думаешь, он петух, да? Ну, он же у нас в гильдии, значит. А, тогда петух. Чисто на должность петуха его взяли. Я понял. Он блокер же, да? Нет. Он нудень, который в тюрьме на каждом боссе сдох, нахуй. Полгорода, блядь. Для чувака, понимаешь, какой-то новый инс, незнание тактики, все, пиздец, короче. Ступор, да, сразу. Ну хули это у всех так, блядь, я думаю. Да, нихуя не у всех. Я вообще ни разу не сдохну. Не считая общего вайпа. Так, ну у нас сетап. Хэпал ДЦ, ДК протопал, нахуй. 3 милика, 3 РДД. То есть Фурик, Энх, Рога. ШП, сова и ты, топовый лог. Ну, я думаю, 100к дашь точно. Но... Так, я тут. Тут лан получше. Кто шарит за хилбот? Помощь нужна. Хуй знает, я обычно в таких ситуациях просто перезагружался. Да, ребут не попробую для начала. Уже пробовал. Два раза. Ну, тогда удаляй хилбот нахуй и ставь Вуду, блядь. Я пользуюсь Вуду, никогда проблем не было вообще. Давай, шкаф, 4 тела суммально. Блядь, я сейчас, короче, на трэш тогда шардов пососу маленько. Да, по-любому. Да, что-то пиздец. А к суммоним ДЦ? Это ДЦшник, у ДЦшника проблема? Да. Я тебе говорю, Вуду ставь лучше. Прям без раздумий. Ну, надеюсь, у тебя критическая проблема не будет, что ты щитки не сможешь кидать. Лучше всего. Может, у тебя этот сбросился профиль? Может быть. Профиль на Фейсбуке, да? Да. Не, просто белая кнопка настройки под хилботом и все. Пати полностью не отображается. Ну попробуй репати сделать. Давайте мы репати будем. Давайте. Давай. Нет? А, ребят. Чего, да? Ты кто? Вышло? Ты кто? Сова. Сова? Да. Мне знаете, что надо? Вышивку я забыл, как вот это для кастеров на штанах. Подскажите, пожалуйста. Нить как-то там вчера. Прочная сапфировая. Пиши, прочная сапфировая. Что у тебя там? Разрешилось с хилботом? Слушай, сумани, посмотрим, что будет. Ну, пока нет. Давай суманем. Я говорю, если ну такая дрожь будет, ты просто оставь Вуду. Прям сразу. Удаляй нахуй этот хилбот, ставь Вуду. Вуду топовый дом. Не знаю, у меня Вуду, наоборот, глючит. Ну, вообще ни разу не глючил. Бля, пацаны, топовый аддон, это Xperl. Ага. Топовый аддон, стандартный фреймы, блядь. С 2004 года сижу, 2005 на нем вообще проблем нету, мах. Топовый аддон вообще не detailed. Отображает. Ну, блядь. Блядь, ты сравниваешь details, нахуй, Xperl. Рейд для фреймов, блядь, и тупо на что-то. Что в 2004 году, блядь, Xperl был, что ли? Ну, в пятом, я тебе говорю, примерно так где-то. Или переустанови, или ставь Вуду. Переустанавливаю. А че по Вуду, кстати, кто подскажет?
просто набираешь воду, прикрепляешь. Там, блядь, там... Вот открой стрим. Там нажимаешь на эту хуету. Воду от Сируса или от... Хуй знает. Любой. У меня какой-то, ну... Там на русском у меня все, блядь, есть на английском. Просто, я, блядь... Можешь пока чистить, а ДЦ разберется. Я не знаю, как тут сейчас пробивать будет. Ну, пошли попробуем. Да нормально, я вчера тащил. Давай, Godfell, кидай на кого-то частицу. Godfell, в Discord кину тебе воду. Женя, дай мне кулак, блядь, под 10. Либо себе MP5 под 10. Ну, давай, решай там побыстрее с этой, с воду. Да, хорошо. Да, можно на шамана кулак тоже? Они воду, говоришь, кинешь? Да, сейчас, подожди. Стопав дал, давайте я рыбу ебану. Если у кого-то есть хорошая рыба, я обычную поставлю пока. Вот, обычную ешь пока что. Пиздец, нахуй, дожились. Нормально, блядь, столовка, нахуй. Вместо 100 к даже 95. Жень, перебафаешь мне кулак? Так, ну тут стандартно, что у нас? Крест повешу. Протопал каски, а вот хелп кулаки. Во флот я кинул воду. Женя, все, дай пошли. Мне кулак. Дай мне кулак. Ты же сам, наверное, сказал, просил тебя назначить. Я, этот шаман единственный, ему МП5 надо, это МП просто кулак ему ебашь и все. Давайте, да. Треш ебашим. Он пробивает прилично, да. Смотри, вот дохуя мобов, сейчас подохнешь. Осторожно, прожимку давай какую-то. Все, вешай. Да, да, да. В принципе, нормально, вешается. Осторожно, играем. Чтобы глупых смертей не было на трэше, чтобы перебафы по 100 раз вас не приходилось, вот эту хуйню сбивать гневом свет небес и вот эту хуйню, да. Вот эту именно каску. Вот. А то она дамага много наносит. Вихри, и что они там дают? Вот сейчас, ну да, они просто два мобака скидывают. Да, вот это надо сбивать. Притяжка, если есть возможность потратить, сбить могу. Ну, чтобы дамага меньше получать. И эти петухи, кстати, будут идти до тех пор, пока мы не спулим вон там, да, стоящий. Да. Ну, давай, проходи немножко вперед. И сейчас будет 5 мобов. И жди, пока 3 вот тех моба, которые сейчас бегут, начнут кастовать. И уже тогда в них гнев небес. Женя, дай мне кулак, блин. Ёпа рассыпта. Да я в бою не могу от домбеля настроить. Сейчас сюда. Ну так, вручную, дай. Да забей пока на кулак, просто побьем. Сейчас, блядь, разберетесь потом с кулаками. Пусть там ешь и трэш. После вот этих мобов пуляем следующий моб, вот этот вот. С джанки убрал метку. Следующего моба будет слугу убить. Так, рога. Сейчас мобы умрут, в инвизе посмотри ловушечки на полу, если где-то видишь. Тени лежат, чтобы... А что, может, реп пофармить? Нет, мы репу фармить не будем, просто идем к ребру сейчас. Если увидишь, где все, слугу гриппы, слугу бьем. Одно активировал. Вернуть его надо. Раздиффузил, да? Раздиффузил. Да, да, одно. Ну и так, поглядывай там вместе, если будет в инвиз уходить в момент. Так, давай теперь. По центру, по-моему? Да, давай по центру. Вот этого давай. Так, а ты куда пропадал? Я пропадал, я никуда не пропадал. Точно? Ну точно. Okay. Я в вечерний в основном играю. Ты же, видишь, ты же Godfather, блядь. Понял. А, ты же еще в Сибири играешь, да? Нет, уже. А что там, что случилось? Развалили? Да в пизду. Да, нихуя не закрывают ничего. А, да, слабые нахуй. Ой, докикнули нахуй, дебилы, блядь. Я им предлагал ульду, блядь, и все нахуй. БЕшки пожалели, пацаны. Кокон разбить. Ну, как бы нахуй БЕшки на гильдию должны уходить. Да и мне похуй вообще. Ну, вот и все нахуй. А я должен бесплатно, да, работать нахуй? Конечно. Ну, вообще десятки, за как то, бы... что у тебя люди есть, ебать, постоянно, нахуй. Десятка, как бы, свои правила, там, не надо было уешки в гильдию скидывать. Да, десятки... Десятки, это да, я согласен, там вообще этот групп лут, поебать. Ну, у нас, по крайней мере. О, колечко. Опа, на нахуй, Слава, опа, сюда, нахуй, ебать. Тихо, нахуй. Так, сюда, нахуй. Ну, слуг в первую очередь разъебываем.
А, или что, или жуков, говорят, надо развивать. Давай жуков тогда. Вот этих жуков, потому что они коконы сейчас будут превращать нас. Боишься, там в конце посмотрим. Если типа одна боешка выпадет, там разролим. Если побольше, может я какую-то одну заберу. Блять, надо было в Африка спекнуться, блядь, шарды вообще не сосутся. Сейчас подождите, я трапы посмотрю. Кокон милики стукните там что. Оп, хил в коконе. Кокон разбиваем. Обязательно. Хил в коконе это хуево. В мили надо заходить, и все, и не будет его в коком тогда. Кинет нахуй, милики разъебут. А я где стою по твоему? Ну я хуй знаю. Сейчас не торопить. Так, ману порезаем. Я же холи пал, мне надо в мили стоять. А, точно, красава. Блин, ты фулл мана всегда стоишь? Так, тут да. Одна трапа вроде топчик. Ну все, вроде все. Очистил, можно заходить. Так, я секундочку, нам кофе налил. А вот тут. Слава каким-то говном кормит, нахуй, рейд. Да пиздец, не говори, нахуй. Паука в первую очередь сюда бьем, два кокона разверните, все бейте. Бейте, нахуй, туда, меня, сука. Сзади трэш, звездопад сагрил, танки поворачиваемся быстрее, масс-сейв по рейду, Т4 давай. Ой, блядь. Собирай, лужу кидай. Все паука бьем, паука. Давай. Кокона разбить. Этот, сова, ты в диссе? Вот эту хуйню, кнопку звездопад, да, нахуй, да. Очень осторожно нажимай здесь, на будущее. Я думал, далеко. Смотри внимательно. А, да? 30 метров раньше. Смотри внимательно. Или 36 даже. Я вбиваю заклинание в руду. Сейчас. Я пользуюсь вуду, и я поставил кнопки на макросы, короче, и сделал таргет равно моусовер. Наводишь мышку на панельку воду, нажимаешь кнопку удобную на панели, себе наставил Q, E, RT, вот эту воду, все. И у тебя кидается под мышкой, которой челик находится, на него кидается то, что у тебя в макросе забито заклинание. Не так удобно. Сбейте кас, дайте гнуть. На КБ. Лайк, а я мышкой кнопки тыкал. Лох. Это судьба, это какие боешки тебе надо. Так. Не, ну я лучше всех как мышкой тыкаю. Первую очередь, это не видел. Первую очередь звезду бьем. Все в звезду. Точечно. Кокон разбиваем сзади. Верни слугу. Все. Прошу мать, парни. Или у меня это. Там во время каста надо будет заклинание стопать вот во время каста. Просто подпрыгиваешь и похуй. Ну давай, чё, давай слугу забьем. И потом уже скелета. Ну а, этот хуй вообще не бьет почти, кстати. Да понятно, что есть обычка. Ну, клевая, да, жесткая тут чел. Да, да, перед лицом не стоит. Перед еблом, блин. У него на пол столба влетело нормально. А, вылет? Красава, да. Сервер. Лучший сервер. А чё с серваком, кстати? Два дня болеет, нахуй. Гриппа. Заебал, нахуй. Спидом. Спидом, нахуй. Да там мы какую-то, блядь, обнову хотели. Да мне кажется, это с выходом солгах, блядь, что-то подмутили, нахуй. Люди ломятся, нахуй. Может, где-то какой-то баг критический. Может, боешки, может, репу фармят. Из-за этого ебаны. Не, началось вчера утром, еще не было целка. Парни, вы заметили, что... Эти мудаки, блядь, что не выпустят, вечно обосраться могут, нахуй. Ну, вечно обсираются, короче. Пиздец. Ну, блядь. Они же небольшая компания, не близы же. Даже, ну, у близов, они, даже у близов проблемы. Чтоб ты понимал, когда я играл на X1, и у них было пара разработчиков, то есть там два человека, да, занимались разработкой, было намного лучше, чем когда они набрали команду, нахуй, уёбков. Вот так я это называю. Команда уёбков. Это ты с какого года играл, блядь? О, я с 19-го вроде. А-а-а. Я тебе сейчас даже скажу, подожди, там уже на Сирусе есть дата регистрации, блядь. Там вообще они, блядь, с 12-го, с какого? Ну, очень давно уже. Ну, один какой-то скуш был. 2008-го выпустили. Ну. Я с 2009-го играл на офисе. Да нахуй оф, тебе про Сирус же говорят. Да, 19-го года я регистрировался. 30-го числа 11-го месяца, нахуй. Не, конечно, это... Неприятно, когда вот идешь так в рейд.
Вроде бы, блядь, ничто не предвещало, и тебя, сука, выкидывают. Это вообще бред, ребят. Ну, потому что кончалыги, нахуй. Кончалыги ебаные. Да, как вчера мы 50 на 50 проебали, блядь. Короче, столовка, какие новости? Давай рассказывай. У меня, короче, 2Т4 на сове, 2Т10 на сове я взял, ДПС на 300 вырос. 12 с лишним дал, короче, на жорике вы 25. Потом на ретрика взял, но и не тестил сейчас, сколько ДПС дает. Ну, взял, короче, 2Т10, 2Т4. Вот, ну, проходки у меня на 3 персах, целка 25, буду с пугами 25-ку сейчас собирать. Сегодня буду делать, например, стать на 4 перса проходку. А у тебя что? А у меня я 2 недели в бане отсидел. Чешо, нахуй. Я тебя переплюнул. Пфу, нахуй. Чё делаем? Чё, сейчас... Ну, если надо тебе минутку отойти, отойди. Но так как бы нежелательно. Сейчас ждём. Пока что кнопка выбор, выбрать серая. Пока не Слава, понял? Я тебя переплюнул, нахуй. Ты чё, на шмот кинул кого-то? Да, блядь, на Нарегорне хуйня получилась, братан, понимаешь? Я не видел правила, я не знал об этом правиле, короче, что... я, короче, чувак купил шмотку, да, вроде маунта собирался купить, нахуй. Понял? Я, говорит, не хочу маунта, нахуй, я хочу вдох этот ебаный, понял? Типа, а я, короче, как раз его паролил, короче, ну ладно, я ему продал вдох, нахуй, из-за этого в бан улетел. Нихуя, а потом смотрю, а раньше не было такого правила, понял? Я это вообще правило... нихуя не понял. Ты говоришь, понял, нахуй, а я нихуя не понял. Короче, вдох, что это такое, блядь? Ты сролил шмотку и продал ее, блядь, и тебя банда, да? Нет, не я сролил, понимаешь, чувак другой сролил. Ты, короче, ролл меньше кинул его, да? Короче, надо было сперва продать, а потом уже что-нибудь другое ролить, нахуй, понял? Ну, а я сперва поролил, а потом эту шмотку, которую ролил, нахуй, продал. Я на ролл, ну, блядь, то есть я там рейлил, понимаешь, я ее на ролл кинул. Жестко, жестко, короче, ну настолько жестко, что я до сих пор нихуя не понял, нахуй, ну да похуй. А это, приз, ты там Вуду настроил? А недавно эта ДКшка попадается с нами на репофарм вчера, нахуй, конкретно, понял? Я, о, нихуя, иди отсюда, нахуй. И ты ему написал, пидор, а, ты кикнул его, да? Хорош. Конечно, да нахуй он нужен, ебать, я его где не увижу, теперь все пизда, нахуй. Правильно. Пацан, блядь, рейда походит у меня на этом сервере. В смысле, это мусорнулся, что ли, он? Ну, конечно, блядь, ну, я как бы, понимаешь, ну, раньше не было такого правила. Не было. Это 21.09.21 года его, нахуй, в силу вступили. Да, я читал сирусовские правила, там, если что-то непонятно, то мы отдыхаем, они на них написано. Как тебя могли забанить? Ну, вот так, вот так. Пиздец, короче, нахуй. Кто-то могущественный тебя, нахуй. Им типа похуй даже то, что если понял маги, там, Скорпиона, что-нибудь такое, или выбор сролят, типа, если, ну, будет такой ролл. В смысле, по этому, ну как, по групповой очереди им похуй, понял? Так, у меня ошибка выскочила, нахуй, рот ебал. Почему-то мне нахуй эта ошибка, блядь. Ну, кнопка загорелась, нахуй, я нажал, блядь, и выскочила ошибка. Первый, нахуй. Во, слышь, кстати, я тоже в ахуе с этой хуйни, вот то, что ты говоришь, ролл, блядь, там. Да, прикинь, маг может сролить выбор, нахуй, если ему не отдаешь, ты улетаешь в бан, прикинь. Не сролил, если добыча групповая стоит. В смысле, ну, как все ролят, понял? Там откажусь распылить. Ну. Вот если он ролит, ему, типа, ничего не будет. Это ему имеет право. Нет, он не может ролить выбор, потому что по дефолту, даже если правило в рейде не озвучивается, ролл идет по мейнспеку, он не может физовский. Если групп лут стоит, то... Если групп лут стоит, да, но я имею в виду, если ты идешь заведующим добычи, то не может маг, допустим, ролить, блядь, выбор, потому что это я не мейн. Я тебе говорю про групп лут, а ты мне про другое говоришь. Нет, так чел-то сейчас сказал, что если сролит выбор... Лёня, опять ты... Короче, я что-то не понимаю, что происходит, но я вижу, что скелет где-то там в начале был, и он сейчас исчез куда-то. И вообще, блядь, все, кто он зашли... Он охуел. Нет, чуть не могу понять. Короче, парни, забейте нахуй рейды, водите это, блядь, в рот ебаная, короче. Бета-тестер у меня красным вообще, как ДК показывается. Дрочка. Че, репу фармите или, блядь, или в ЦЛК? Я из ДК. Мы в ЦЛК идем. Как нормальные пацаны. Репу фармят лещи только. Так, сейчас вы не можете выйти из игры. Какого хуя? А какого хуя в бою? Да. То, что мы бьем в самом начале. Пошли в начало. Я появился и сагрился скелетом. Пошли в начало. Сова, пошли в начало. Блядь, нахуй, на сапогах пацанам помочь, блядь. Вон он, скелет, вон он. Ах ты тварь, блядь, иди сюда, нахуй.
Тут, кстати, проклятые стоят, смотри, три штуки, нахуй, они бьют. Да ебать, Слава, успокойся, мы сами все проклятые, нахуй. Мы же на Сирусе, блядь, играем, нахуй. Просто сам виноват и скачал обновление, будет называется. Стоп, отекаст в эту хуйню. Обновление говна, блядь. Скелеты разъебем, троих разъебем и калибру. Приз, ты Вуду настроил? Процессе. Пошлите нагибать, пацаны. Ты... Там Реброд стоит, уже соскучился по нам. Уже, блядь, с Накса контента скучается. Вот этих два моба разбьем, грипните. А нахуй не нужны? Репа нахуй, чтобы еще кольцо купим нибудь. Там Алешки разъебут сами, но. Да нам не дадут за них репу, Слава. Да? Почему? Нет, потому что они зоопиролон. Короче, их надо вот сюда завести, сейчас отсюда посмотрю, репу кстати. Дают. Боежка осталась, да? Боежка осталась. Ебать, там наши пацаны уже 268 кольца нафармили. Еб... О, 277. Понимаю, нахуй. Понимаю. На реке, блядь. Чисто, говорит, 6 часов вчера просидели, сейчас, говорит, дофармливаем. Я говорю, ебанулись, что ли, ребята, нахуй, чешоты. Да делать нехуй, ебать. Да вообще сумасшедшие. Я понимаю, экзальти, да если бы фармили, типа. Да они тоже не стали фармить, они тупо вчера пошли и в целка рванули, нахуй. Ты не знаешь, сколько они пронесли? Я помню, что но... они легли, блядь. Я... У вас приста, кстати, нету, Баратель, ну, там ну. Всякие. И, короче, они вчера на сурке вайпали сколько-то раз. Я чисто спать лег, смотрю, вайпаются, нахуй. Ебать. Сейчас посмотрим. Так. Кто там, блядь, он, нахуй, забыл его ник. Батоша Базука, ебать. Батоша Базука. Тактика Тут. Очень простая, нахуй. Этот самый. Вот 5 часов они 5 минуты так, были вчера. Ставлю рыбу, подбегаю пока. Берите масло там, пейте личкиндовские пока что фласки на СПН. Масло мажьте, рыбу жрите. Так, мазал масло. Показываю, значит, для танков рейд. Ух ты, сука, надо релогнуться сейчас. Под лицом стоят два танка у ребра. Все остальные стоят за спиной босса. На вихре разбегаемся. Шип появляется, сразу убиваем. Все ДПС, милики, РДД, нахуй, все. Контов у нас нет, так что заебись. Шип сначала, потом босс. Короче, они походу профа убили, лану убили, стали перед синдроидом. Mm-hmm. Что время РТ уже не там 5 часов 25. 25 они были. Ну, синдра. Не, ну они с волонерами, они осилят, я думаю. Бля, пацаны, там у сурка 127 лямов, сука, хп. Они вчера упирались в бирсу, нахуй. Это пиздец. Это они и на лане тоже упирались в бирсу. Сколько ДПС рейда у них, интересно? 270. Ну, почти 300, почти 300к был. Ну дохуя, ну. Так, жрите рыбу. Смотрите танки, я вам ставлю метки, чтобы вы понимали. Ну, если босс стоит, вот рейд стоит вот здесь, а вы танки стоите вот здесь. Где бы босс не был, я ставлю метки именно по отношению к красному кружочку под боссом. Когда на него левой кнопкой мыши тыкнешь, красный кружочек под боссом, вот так должны находиться танки с той стороны, рейд с этой стороны, в красном кружочке, рога не жмешь череду, иначе тебя убьет. Так, ну теперь не чё? Знаю, всегда жал череду, ни разу не убивал. Ну смотри, типа ложный выпад прожми, потому что костерец может ударить, ну типа существует такой баг. Ну попробуй нажми, сдохнешь, блять, ГП дам. Это проверка. Так, вроде бафы все есть. Все готовы, танки вперед, нехуй стоять. Стой, погоди, стой. Сейчас стоп, я. Кто, кто там? Причит. Короче, я настроил основные кнопки, блядь, но по ходу рейда буду еще там спрашивать, да. У вас что там настраивать. Давать могу, хилять могу, все, поехали. Да, танки, поехали. Набор Steam когда? С пула. Сразу. В кого ПС? В этого, в чудо-творожка. Не-не-не, ты что гонишь? Геро, full DPS.
Да мы его убили уже, считай, блядь, до вихря упадет сейчас. Шип все. О, отлично, хорошо все. Жалко, не стой. Вылет нахуй, охуенно. Стой рядом со мной. А, нет, завис. Развисай. Прям во мне стой, жалко. Да, пролагивает жестко. Так, шип готовимся. Шип убиваем. Что, развис? Да, ну, так непривычно нахуй писать. Ну, ребро относительно легкие, нахуй. А и для десятки они вообще не апали, кстати, заметь. Ну, десятка, нахуй, она. Разбежались. Говна. Разбегаемся. Сейчас свои сейвы жмем. Стараемся не сдохнуть. Да, вот это Т4, заебись. Ну и просто дамажим. Из огня главное, выходим, огонь сильно дамажит. Все, обратно. Видишь? Поставь так, чтобы нам было удобно встать, чтобы мы не в луже стали. Вот, все нормально. Вот. Сова немножко поближе, потому что когда появляется лужа, она за красным кружочком, который под боссом находится. Под... Вот. Ага, немножко вот так. Все, блин. Шип разбиваем. Шип вообще разлетается. Мильки хорошо его разносит. Да, блядь, а ты в Диссе, да, этот? Кто там мне в ПМ пишет, я просто не могу в ПМ сейчас отвечать. Да, РЛ. Если в Диссе напиши, что мне. Что Сова как-то мало дает. Да, да. Что стало из Сова? Может быть, на шипе часто был. А может, лох просто. Сова, что скажешь? Второй вариант, скорее всего. Может не играл никогда с Мишарик. Так, давай чекнем, что выпало. Мастерство, ловкость, агильный плащ, меткость, мастерство. Сейчас я в объявлении рейду литкану. Сразу кому-то надо. Рога. Ну, я бы мне забрал нет. бы, на самом деле. Кто? Я бы взял. На Энха. Так, ты на Энха. Ну, я бы на Ретрика взял. Да, блядь, отдайте я ухую. Так. Этот самый Энх, я тебе закину, между собой там порешаете. Окей. Okay. Дальше, кольчуга, хаста, МП5, на Эршаму заебись, это у нас только Н. Ну, в принципе, хэпал тоже, подумай, если тебе надо, если у тебя хуёвая шмотка, посмотри, какой у тебя наручи. Так, какие у тебя там? 260-е. Ну, у тебя скритом, нахуй. Может, тебе эти дать? Ну давай, как вариант. Да, я тебе кину. Давай. Если вдруг подумаешь, что они тебе не нужны, дашь Энху. Ой, тут это, моба надо отводить. Сейчас я поднимусь, да. Посмотрим. На всякий случай давай отводить, хули. Я не помню какого, понимаешь? Сейчас я подойду и скажу, какой. Там помощник или ученик, я тоже забыл. А, как настроить, чтобы отображали заклинания на этот вуду? Ну типа насчет этого щита. КД на щит вешается. Как оно там, блядь, называется? Ослабленная душа. Ослабленная душа, да. Так, ну вот этот, вестник смерти, по-моему, ослабленная душа. Значит, открываешь вуду, дебаф свое, вводишь ослабленная душа, нажимаешь все галочки, убираешь цвет, чтобы цвет тебе не менялся, и нажимаешь сохр. Звук там даже можно кто-то поставить. Так. Ставлю метку. Декал, по луну оттянешь. Луну. Давай, давай, смело, луну, давай луну. А я всех остальных возьму. Грипнешь. Отведи их туда, в другое место. А дальше это все. Просто луну зергаем пока что, РДД. Милики, я не знаю, будут вас пробивать там, нет? Ой, да я не сильно отвлекаю настройкой этот. Да ничего, ничего. Тогда консультация дальше. Ты говоришь, дебаф свое, дальше что? Дебаф свое, и там есть такая, это... стрелочка или что, короче, есть поле, где вводить можно название, вот туда вводишь название, ослабленная душа, давай звездочку. Слушай, давай звездочку. Слушай, по-моему все-таки помощник ебошит. Не вестник смерти ебошит. Так они все вестники. А может ты помощник, название ввел, по-моему помощник, да. Сохр нажимаешь кнопочку, сохр сохраняется, эта хуйня. Вижу все. Как увеличить теперь вуду? Увеличить вуду. Там так, для настройки открыты его можно. У меня бой. Ну короче, это первая вкладка. А, нет, сейчас тебе скажу, блин. Панели?
панели, да, и там есть вот это размеры, хуеры, вот это вся парашка. По-моему, да, по-моему, помощник, вон они, эти пидоры стоят, вестник смерти. Да-да-да, короче, ДК, помощник, грипанешь как можно дальше. Ну, видишь, все. Они РДД... не шотают ничего, так что все тут заебись. И РДД, так помощник еще не выходил. А, ну все, вот звездочку поставил. Давай, звездочку, и только РДД его убил. Да, отходим, это который Аллах Акбар делает? Да, отходите, да. Милики, все его ебашим. А ты, блядь, трэш тонкий, нахуй, все разъебался. Или нихуя, не ебошка, да, походу? Ну, типа, да, наверное, не ебошка. А, не, во-во-во, видел взрыв какой-то, да. Милики, да. Говорит, отойдите, и шнурки врываются. Ну, главное, чтобы других не сагрили. Давай, что, ревнителя добиваем, и потом уже тех троих. Потом жуков. Буду топовый аддон, блядь, тебе понравится. Будешь играть всегда, блядь. Xperl. Хуёрл. Xperl. Помощника развил. Давай. Помощник. Там за ревнитель вроде как кливает перед собой. Ученик там их за никогда не делает. Он ревнитель кливает, смотри, сколько дамага у нас. И все развел. Прямо сосал, короче. Вот эти же петухи, по-моему, почти такие. Разворачивай к миликам лицо на то. Милики сами, вот этот зеленым топором уебок, перед ебалом не стоим, просто сами смотрим за своей безопасностью. Давай жука любого агри. Жука зерга. Там черепок кинется, по-моему, надо будет сельтаунтить, если не ошибаюсь. Там какой-то метки отбежать надо. Вот, метка, выйди с рейда. Когда ты взорвешься возле людей, ты отхилишь жука. Отхилишь жука. Вот. Когда ты один взорвешься, меньше отхилишь. А если возле людей, то больше отхилишь. Бать, все разносится, пиздец. Последнего жука бьем. Ну а те ебашим. Не стоим. Танк забери. Танк забери. Момент. Блять, ПМ челик пишет. Ты в Диси к Лео? Потому что я не могу, блядь, чатиться сидеть. Надо кнопки нажимать. Да, как отслеживать этот бафы, которые надо на цели? Имеется в виду ходки и всякая хуйня. А остальная. Нахуй эти ходки? Ну там желтенький кругляшочек такой появляется, квадратик, блядь. Резаем ману. Да, два танка. Короче, ослабленное у тебя показывает? Да, два танка. Да. Когда щит маны кончится на леди, агро будет набирать ДК, будет стаунтиться. Когда на ДК будет 5 стаков этой параши, скажешь, стаунтит себя этот самый пахлаван. Все, как бы, изи. Выходит моб, по-моему, один моб здесь выходит. Мой ворон. Три моба с одной стороны. Три с одной, три со второй. Один танк с одной ловит, второй с другой. Нет, десятки с одной стороны выходят. Слева сначала, потом справа. Я имею в виду, что слева, короче, справа. Короче, фулл ДПС, поехали. Ебашим. Мобы приоритет. А, тут еще, по идее, посредине моб появляется. Какой-то его надо. Сейчас посмотрим, сколько, где, с какой стороны, блядь. Сначала трэш, вот три моба. Все повернулись. Приверженец, первая цель. Что-то кикается у меня, нет? Приверженец, первая цель, всех убивать. Все, дальше фанатики. Если долго бить трэш, то они будут превращаться и придется дольше. И с фулл хп еще будет. Все нормально. Сначала трэш, потом босс. С основное правило. Зергнули и пошли дальше щит сносить. Ну, 10 гири, конечно, повеселее будет. Там, блядь, просто будет цифра невъебенная. Меня угорает, как у него хп дергается у босса, блядь. Ну да, там же этот Ретрик с крыльями и я стрелой хаоса сквозь щит ебашит. Сейчас вы смотрите, уже не стойте, ребят. С правой стороны будет трэш, если смотреть на босса. И там будет два приверженца. Два приверженца в первую очередь старайтесь убить. Если они переродятся, они будут стрелой ауешной сильно стрелять. Что-то до трэша, блядь, минута что ли, нахуй, то ли... Ну, вот, вышли, пошли все на трэш, быстро. Служим, выходим. И второго приверженца быстренько станем, и какую-нибудь хуйню, не в небес пропишите. Все, пойдет. И все, босс перекурим. По-моему, после щита же надо на центр выйти, нет? Там трэша не будет, можно здесь бить. Трэша вроде не будет. Лужи появляться вот идут. Да и похуй, не тебе. Да, лужа появится, просто выведешь из лужи и все.
Выводите из лужи. Давайте Геру. И фул ДПС. Так, 0.7 кас, нахуй, серьезно. Этот, сова, а что у тебя с ДПСом? Что, хуёво одет, что ли? Чекните, кто-то потом как сова одет. Ну так, мельком. Он нормально одет, просто у него, блядь, статы, нахуй, подбиты под говна кусок. Так, сова, да. Сколько у тебя там крита? Ну-ка скажи-ка мне, нахуй. 50%, блядь. Чё, у него крита, да, кто? Маловато даешь, очень. Я, блядь, мейн афлик ебашу в дестрике, нахуй, ну типа. У меня перекап хасты, крита вообще нету, нахуй. Кстати, какой квест, никто не знает. На кровь, там, на чумку, нахуй. Сейчас узнаем, какой квест. Там же может с мешка выпасть даже багруха, нахуй. Вообще будет бомба. Это что, РБК, что ли, целка 10 какое-то? Сова, у тебя сколько крита, братишка, скажи, пожалуйста. Ну, сейчас увидим РБК, нахуй, до лича дойдем. Это вообще она развалилась, это как босс в РБК. Я тебе, может, просто что подскажу, кстати. Грудак, 3 сокета, да. Хоста, РП. Мистер Бонд тебе закинул, вдруг пригодится. Нет. Не я надо? Слышно не тебя? Пригодится. Ну, Сове отдайте, бля. Сове похуй, Сова не может писать, говорить, нахуй, никого не может. Запястье, ткань, дух, крит. Сова, надо тебе? А, вот, ДЦшнику дадим. ДЦшник хочет. Стоим, побежали, он не агрится. Так, лифт сейчас будет. Ебать, это что, где? Ёбаный рот, ну что за хуйня? Сейчас подготовься на лифт забегать. Где он? Он нырнул, джанк, он вниз, джанк, вниз нырнул. Тихо, помолчите. Джанк, сюда иди, к лифту готовься подходить. Заходи на лифт быстрее, он поднимается сразу. Всё, сейчас такси вызывали просто. Давай, захиливаемся, надо. Сейчас он за нами. Ебаный таксист, блядь. Арнул, ну, а он там бурю конечно. Кастует, он не прибежит, пока бурю не докастует. Докастует, прибежит. Ебаный а дракон, нахуй. И быстренько, ну, сука, не успел. Вот он резкий. Ну что, дрочишь, что ли? Этот, пахлаван, вырывай себе эту пачку. Бьем вот эту пачку, бьем. Репу. Давайте, может, дракон отпиздим. Дракон, блядь, сначала поднимется сюда. Все, он тут. Дракон отпиздим. Веди его сюда, не стой там. Веди сюда. Да я поведу, он дыхнет на вас. Сейчас, дыхнет. Похую. Он, блядь, дышит 3000 урона. Веди сюда. Тут того лешать трешно. Блядь, что-то не вижу. Ну, короче, на гиганта точно квест. Здесь он быстрый, короче. Хорошо. Хуёво, когда мобы медленные. Во. Сова сдох. Завешим эту хуйню всю. Сова, покидай тело. Телепорт. Да, и заходи у входа портал. Там будет телепорт, синяя хуета такая. Нажмешь там, блядь. Прочитай там, нажим. Какой-нибудь телепорт нажмешь. Блядь, что-то хуево, что сова слабенькая. Я его, блядь, спрашиваю, сколько крита, а он молчит, нахуй. Он как будто не знает. Боевой стандарт ходит, пацаны. Он что-то говорил тут. Вот эти два моба разъебаем и идем дальше направо. Он бы сказал, сколько крита, сколько хосты, я бы ему сказал, что ему подбить и будет заебись нахуй. Ну, типа. Вот этих критов убьем. А где квест берется, ебану ноги? Ну квесты. Ну, видать, где-то наверху берется, видишь, если здесь квест. Нету, если здесь нету, значит на гиганта уже нету. Следующий будет на понял. Чумку после сурка. А, опять нахуй зависли, охуенно. Нет. Что, развисаем, да. вроде нормально пока. Ну кого зависло, там заходите потом. На корабле подождем вас. Ебучая хуета, блин. Пол сервера выкидывает нас с репутом. Да, есть такое. Вчера тоже. 50 на 50, сейчас ты не вылетел, в следующий раз ты вылетишь. Это такая хуета, блядь, Сирус, нахуй. Так, Джанг, Пахлаван, вылетали на ранцах туда танчить этого петуха? Да, да, да. Все, я вылетел. Все я полетаю, все остальные на нашем корабле. Значит, ставлю на моба звездочку, у него берем ранец. Пока там челики заходят. Хм, ну что ж, я думаю, безопасность пассажира твоя главная забота. Давай сюда ускоритель. Берем ускоритель. Нажимаем на него в сумке. Да. Открываем окно персонажа. Ускоритель ставим на кнопку удобную на панели. И проверяем, как он работает. Прыгаем как у ёбки. Ну, как дауны. Ну, или как нормальные пацаны. Вот этим способом мы будем перепрыгивать на тот корабль.
Вот сейчас два челика зайдут, пока челим бегает по кораблю. Прыгаем, ебать. Нихуя. Ой, ты что, есть 2 минуты, пока там люди? Да.